В Забойском сельском поселении минувший год не прошел впустую. Он был ознаменован целым рядом успехов в социальном развитии и благоустройстве. Об этом и шла речь на открытой сессии Совета поселения, где побывала наша съемочная группа. В трех населенных пунктах этого поселения, поселке Забойском, хуторах Солодковском и Деревянковке, проживают 2816 человек. Здесь есть 15 предприятий и учреждений различных форм собственности, 11 крестьянско-фермерских хозяйств и 77 индивидуальных предпринимателей. В докладе главы поселения было сказано, что за 2020 год поселением выполнены все плановые показатели по формированию бюджета. Собранные средства направлены на развитие социальной сферы и работы по благоустройству. Заменен участок водопроводной сети по улице Красной. Приобретены две водоочистительных системы водоочистки. В хуторе для артезианских скважин, в хуторе Деревянковка и в поселке Забойском. На водонапорных башнях установлены. По улице Садовой, от которой выведены водопроводы с очищенной водой в детский сад номер 40 и школу номер 20 поселка Забойского и хутора Деревянковка. Также выведен водопровод с установкой водозаборных колонок для забора воды, очищенной воды населением в поселке Забойского. Особое внимание здесь, как и во многих других поселениях, уделяется дорожной сети, которую необходимо поддерживать в рабочем состоянии и по возможности улучшать. В целях поддержания в хорошем состоянии грунтовых и щебеночных дорог, щебеночные дороги грейдировались, подсыпались щебнем, ракушкой. На эти цели израсходовано 441 метр кубический щебня и 600 метров кубических ракушки. В подвозе ракушки оказывали помощь жители нашего поселения, имеющие большегрузный транспорт. Выполнен капитальный ремонт участков дорог по улице Фестивальной и по улице Садовой, поселке Забойском, общей протяженностью 493 метра. По улице Красной выполнен капитальный ремонт тротуара в асфальтобетонном покрытии общей протяженностью 1 километр 15 метров. Рассказал Сергей Шестопалов и обо всех других сторонах деятельности администрации, культуре, молодежной политике, поддержании санитарного порядка. В работе открытой сессии принял участие глава Славянского района Роман Синеговский. Он отметил, что для администрации сельского поселения все вопросы, касающиеся жителей, актуальны. Насколько многогранна работа, и в принципе глава в своем докладе коснулся всего населения, и детских садов, и спорта, и социальных выплат, и предоставления земельных участков многодетным семьям, и, наверное, заботы о пожилых людях. Это говорит о том, что, в принципе, в круг обязанностей администрации входят буквально все наши жизненные вопросы. Глава Славянского района подчеркнул, что активность руководства поселения приносит свои плоды, и это очевидно для всех. Много сделано, потому что все познается в сравнении. Мне приятно, что команда Забойского поселения активная, и было озвучено, дороги заасфальтированы, да, понятно, не все, потому что все дороги заасфальтировать нужны очень большие деньги. Вот ваша центральная улица на сегодняшний день приобрела, я считаю, такой достаточно современный вид и остановки, и в целом асфальт. Приятно, что социальные объекты тоже развиваются. Не так давно мы ремонтировали с вами несколько групп в детском саду, несколько лет назад, да. Буквально, наверное, год-два назад, а может уже и три, время быстро летит, отремонтировали спортивный зал в школе. На сегодняшний день точки роста организовали, открыли. Благодаря, наверное, совместной деятельности, они в том году буквально открыли спортивный зал для борцов.
Роман Синеговский доложил об основных итогах социально-экономического развития района за прошедший год. Во всех поселениях выполнены планы по формированию бюджетов, собранные средства, направленные на благоустройство и развитие социальной сферы поселков, станиц и хуторов. В хуторе Троицком построен фельдшерско-акушерский пункт, в поселке Целинном – офис врача общей практики. В детсадах номер 41 поселка Совхозного номер 1 и 17 Славянск на Кубани построены 3 новых корпуса на 140 дополнительных мест. Благодаря участию поселений в краевой программе выполнен большой объем по ремонту дорог, освоено более 200 миллионов рублей. По всему району отремонтировано свыше 130 километров дорог в асфальтобетонном и гравийном исполнении. В ходе отчетной сессии жители смогли задать интересующие их вопросы, а интересовало их прежде всего качественное оказание медицинской помощи. Дождались врача-терапевта на постоянной основе, чему очень рады и благодарны. И надеемся, что доктор у нас задержится на долгое время. И мы очень-очень ждали открытия дневного стационара с приходом врача, потому что это очень важно, чтобы получать людям на месте, по месту жительства, полноценную медицинскую помощь. В связи с пандемией у нас не только в Славянском районе, в Краснодарском крае, но и на территории всей страны были приостановлены все профмероприятия. То есть ни диспансеризация, ни профосмотры, ни дневные стационары не работали в принципе. Потихонечку возвращаемся в обычный режим функционирования в связи со снижением количества заболевших жителей. Надеюсь, так будет такая динамика и дальше. Соответственно, и мы восстанавливаем работу дневных стационаров. Дневной стационар у вас будет функционировать уже. То есть на сегодняшний день ничего не мешает обратиться к врачу, он сделает заявку и проведет лечение здесь у вас на территории. Также главный врач Славянской центральной районной больницы обещал помочь жителям поселения в получении талонов к узким специалистам. Депутатами совета и жителями работа главы администрации Забойского сельского поселения признана удовлетворительной. В целом, жители довольны уровнем благоустройства и тем, как живет поселение. Не стоим мы на месте, правильно вы заметили, и дороги ремонтируются, и башни меняются, и водоочистки устанавливаются. Вот подвели, как сказал исполняющий обязанности главы Сергей Владимирович, подвели к школе, к детскому саду, подвели очищенную воду. Теперь получают там дети очищенную воду, пьют. Вывели социальные колонки, все для людей делается, для населения. Что еще у нас? Вот уличное освещение у нас добавляется. В Деревяновке возле школы мы там дорогу обустроили. Ну, я считаю, что мы делаем немало. Жить людям немножечко лучше. И настроение у людей действительно улучшилось. Видя эти изменения к лучшему, понятно, что приятно. В детском саду у нас места есть достаточно, детки идут, людям можно на работу идти, очереди нету. Школа тоже прекрасная у нас. Больше молодежь переезжает из глубинки России. Как-то вот все чаще и чаще многодетные покупают у нас дома, квартиры. Ну, это, наверное, говорит о том, что у нас не самый плохой поселок, а наоборот. Мы расцветаем, мы преображаемся, мы живем своим поселком, еще раз скажу, гордимся действительно. У нас очень чистый поселок, во всех субботниках, которые проводят администрации, и сами предприятия проводят, участвуют поселением всем. Не просто вот по предприятиям, там, это люди выходят в своих домах, многоквартирные дома, участвуем в конкурсах по благоустройству территорий. Ну и занимаем, кстати, призовые места. В поселении и в нынешнем году, опираясь на поддержку краевой и районной властей, а также населения, планируют продолжить работы по благоустройству территории. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».